Это непобедимый синий монстр. И меня съели. А, либо это мой глаз. Подойди поближе ко мне, я тебе кое-что сказать хочу. Это голубой монстр. Ладно. Да мне пофиг. В этом видео мы будем строить радужных друзей и посмотрим, кто из строителей построит самого ужасного и прикольного монстра. Агуша у нас будет строить синего монстра, Ватрушка — желтого монстра, Экс у нас строит голубую, Иван, ты кого строишь, я не знаю, Йогурт? Вонятки с пуфыстиками. А портал кого строить будет? Всех. А сейчас мы запустим традиционный салют, после которого вы начнете строить. Раз, два, три, все. Ю. Уи, бш. Я приду к вам через 40 минут. Пришло время смотреть, что вы тут наделали. Что это? Не голова. Это мега забивная голова. Ты за 40 минут построил полклюва? Да ты бы сам попробовал это построить. А я не буду пробовать, ты же тут строишь. Зачем мне пробовать? Я буду только тебя осуждать и все. Ты всегда меня осуждал. Я добрый ух сегодня. А, ну сегодня. О! Я не знаю, что это значит. Что смешного, я не понял, но смешно. Ну знаешь, Агуша, у тебя красиво. В отличие от Ватрушки, у которого полклюва, у тебя здесь и руки, и ноги, и тело уже все есть. Да ты бы сам попробовал это построить, в отличие от Ватрушки. Я хочу попытаться еще локацию сделать, где трон. Респект, я тебе хоп. Слышь, на мои хлопки интересно. А, я себе руки сломал. А если так? Сейчас. Я. Ну все, теперь мы знаем, что у тебя на заднем фоне происходит. Я узнал секретную тактику, я возьму ноги, подцеплю к себе. Тот самый туториал 2021 года от Ух Геймса. У тебя большой синий. Да. У него головы что-то нет. У меня денег нету, я не накопил на нее. Сговорки у Агуши. Сначала делать железную дорогу, потом все это забросить и начать делать вагонетку. Но она хотя бы красивая получилась, это хорошо. Я забил на вагонетку, что делал. Что? Да ты гений в квадрате. Забил на карту, потом забил на вагонетку и сейчас делаешь пуфыфтика. Что, милошка? Да. Ух, какие твои координаты? Давайте по почте мячей. Давай. Широта 55-45-07, долгота 39, ой, 37-50, ой, 36-50. Я не знаю, я какие-то рандомные координаты взял. А вдруг не рандомные? Такой, спалил свои координаты и все 228 тысяч подписчиков. Вау, тут Next он строит голубую. Я чего-то большего ожидал, знаешь? Ой, я вспомнил, как ты пушистиков строил 100 лет. Ой-ой-ой, зря я тебе доверил это задание. Ты 40 минут просто их перекрашивал. Я красил, да, реально. Да это вроде прогресс более-менее есть. Я вот тело сейчас... Не надо. Надо ей сразу рот вот так закрыть, чтобы она не кусала меня. Он это за... Он за 40 минут построил... Он строит красненького. Вау. Кто ест чипс? Признавайтесь. А я... Не я, а я чипс. Пифельки. Эх, что построил Иван за 40 минут? Мясочек сахара. И к тому же недоделанный. Просто забивной бакет сахара. Ладно, это все, что у вас получается за 40 минут, и мы придем потом. Почему меня заперли в клетке? Продаю ухо 10 тысяч лайков. Всем ебать на лайк. Да. Пацаны, кому ухо продать? Нет, отпусти меня. Ну все, я делаю вот так и на изи ухожу. Тоже. Так, ну все, вы хотите бомбежку сейчас будет. Не надо. Что это вообще такое? Ужас. Не говори так про постройки. У нее колеса отвалились, ты знаешь, вот здесь? Починю. Тебе что происходит? Видео снято в познавательных целях. Не повторяйте. Я им пушистик не пострадал. Да. Мне кажется, эти вагонетки никуда не годятся, они даже ехать не могут. Давай покатаемся. Как рулить? Эй, ладно, не хочет рулить этот. Туда его. Ладно, Йогурт, продолжай строить, удачи тебе. Я тут ничего не хотел взорвать. Хеликоптер. Это...
это выглядит красиво. О, спасибо. Прекрасно. Не думал, что я... тебе вообще такое скажу, но это выглядит красиво. Спасибо. Я в гости. Гостей встречаем с... хлебом. Нет, с килограммом динамита. Не надо. Что, красивый птеродактиль у тебя, у него такое вот лицо, вот такой вот пропеллер, вот такой вот, не знаю, что это, но это... Красиво. Что, Агуша, я не думал, что у тебя так красиво получится. Что-то вы меня радуете в последнее время. А я красива? Конечно, только не работает чуть-чуть. Вау, это настолько красиво, что я хочу это сфоткать. Всем делают комплименты. Почему? Это он стукнулся в угол табуретки. В смысле как? Головой? Не, если вы головой не стукались, то вы жизнь не видели. У тебя 40 минут, а здесь дела не очень. Просто один человек. Вот, поэтому пока так мало. Я прыгаю по твоей голове. Я сейчас по твоей голове. Ух, беги! Сейчас, если ты его съешь, то сейчас придет сахарок, и вы вдвоем. Да, вообще. Че, подруга с сахарка придет, это сметанка. Я не понял вообще, что-то меня одним сахаром запугать пытаются. Да кто там пукает? Это звук, это пластика. Трубочка. Такая. У меня тоже такая была раньше. Нет, ну я тебя спасу. Герои, которых мы заслужили. Пришло время смотреть ваши постройки. Смотри, я построил синего страшненького. Тём, милый, ты сейчас забивной синий. У него есть корона большая, слюнки. Сейчас будет битва большого синего монстра и маленького желтого. Это, ну, твоя, короче, штука. Давай, я в тебя верю. Йогурт, ты за кого болеешь? Тогда я за синего болею. Давай, Агуша, выиграй. Иди сюда. Ватрушка куда-то улетает, он тебя испугался, ты слишком жесткий. На друзьях монстр другу. Воу, что? Ты просто прыгнул. Все, съел. Ну это было понятно, потому что синий очень большой. Он просто прыгнул и сломал его. О, я стал синим монстром. Давайте, кто хочет со мной битву? Ну-ка, эта машинка едет, надо ее уничтожить. С одного удара ноги, давай. Вот так. Йогурт, иди сюда. Йогурт, йогурт. Подожди, я тебя обнять хочу просто. Вот так давай. И пропадает йогурт. Что это за куча шипов? Ладно, мы сейчас не подеремся. А, нет, у меня нога отвалилась. Беги, беги. Я сломался. Это непобедимый синий монстр. Смотрите. У него даже он чуть-чуть красненький какой-то стал. Все, он. А, куда? Куда? Нет. Куда? Ладно. Хеликоптер засни. Птеродактиль. Я могу взлетать. Ладно. О, ерунда, переделывай. Да мне пофиг. Нет, он украл меня и хочет теперь выбросить. Все. Нет, не опускай, нет. Верни меня на землю, пожалуйста. Я исполню 3 твоих желания тогда. О, нет, голубой на нас напал. А, что он тут делает? Он за нами бегает, помогите. Я не исполню 3 твоих желаний, я тебя обманул. Ладно. Теперь я буду птеродактилем и буду всех воровать. Так, с Хекса отвезем в канаву. Не надо, дядя. Ой, у него меч есть, надо его вернуть на землю. Давай, выпрыгивай отсюда, будешь жить. Это добрый птеродактиль, он просто всех перевозит на другие острова. Фу, Агуша. Не надо, теперь не воруйте. Ты будешь тут жить, на, прыгай. А что, он выше летать не может, только так, низко? Ну да, только так. Это все из-за тебя, ты слишком тяжелый. Спрыгни. О, нет, он упал. Ой, вообще, из-за тебя. Все вообще. Ну ладно. Ой-ой-ой, это очень страшный монстр. Ой, там кого-то съел. Жесткий монстр. Даже хвостом драться умеет. Это голубой монстр. Тихо-тихо. У него хвост светится почему-то, ну ладно. Еще не светится. Смотрите, вот он такой добрый. Чё? Ну, расскажи какой-нибудь анекдот, который ему не понравится. Настолько не смешной анекдот, что я тебе даже его не расскажу. И меня съели. Этот монстр может проесть даже кирпичную стену. Я должен прогрызть ее. Да уж, этого монстра, кажется, клетки не закроешь. Да, самое интересное, что в оригинале... Всё. Я тоже буду поедать стены. Все, стена Съем желтого. Проеду. Давай, съем желтого. Ой, промахнулся. А, нет, не промахнулся. Вон там птеродактиль. Сейчас я его попробую съесть. Один удар, и птеродактиля нету. Только маленький кусочек. Чит пробей. Надо съесть ватрушку.
А, он упрыгал. Нет. Ладно, тогда я другого съем. Вон там Агуша. Надо. Нет, нет, нет. Не кушай меня. Не кушай меня. А, нет, голубого поймали. Подойди поближе ко мне, я тебе кое-что сказать хочу. Что ты хочешь сказать? Иван, план сюда быстрее. Все, съем. Монстр был чуть побольше. О, что он даже прыгать умеет? Вау. Ты видел? А, нет. Нет. Это эти... Браконьеры, они хотят украсть монстра. Эй, остановись. На органы его. Я тебя стенку прогрызу. О, ой, ой. Ой-ой-ой, надо уходить. Ой-ой-ой. Динамит. Протяните еще. А, что это был за взрыв? Я съел динамит. Нет, просто отпустите меня, я вас всех съем. А, все, разбился. Надо ватрушку все-таки съесть. Он злой немного. Я в смысле, злой немного. Что это за тараканы? Тараканы. Сейчас я их всех съем одним разом. Идите. А, что, я улетел куда-то. О, нет. Нет, монстр взорвали. Где твой монстр, йогурт? Ты что сидишь в замке? Рапунцель, пусти мне волосы. Голубой монстр съел замок и все. Стоп, так это же маска на лицо. А, либо это мой брат. Конечно. Мой брат. Где? Нет. Садись ко мне, давай скорее вагонетку твою. Как ехать? Как ехать? Нам надо уехать скорее от монстров. Все, поехала. Я не дам вам уехать. Нет, йогурт, ты куда? Ладно, а я все равно буду жить. О нет, голубой монстр, нам надо ускоряться срочно. Давай, йогурт, делай что-то, чтобы быстрее было. Нет, нет. Мы слишком медленно ехали. На этот раз голубая победила. И нас всех съела. Теперь идемте к последнюю постройку смотреть. Смотрите, самая лучшая постройка просто. Это мешочек сахара. Ой. Это мешок сахара из радужных друзей. Самый лучший мешок сахара. А почему не соль? Соли там нету. Ты вообще играл или нет? Сахар. Сейчас тебе будет не сахар, не соль, а сода. Зачем тебе сода? Не знаю. Вообще-то это кефир. Три это молоко. Тут сахар, две решетки. Значит, не факт, что это сахар. То есть сахара нет. Значит, сахара это нет? Может быть не сахар. Что это? А фиг лысый. Мозг взорвался у йогурта. Слишком. Больше трех букв не перевариваю. Ноль проблем сейчас будет. Вот, буф. И нет проблем. Сахара нет, нет проблем. Все. Ты у него сахар забрал. Нет. На этом эта битва строителей заканчивается. Спасибо за участие в Ватрушке, Фапорталу, Йогурту, Нексу, Агуше, Ивану и да, и мне тоже. Спасибо. А это прошлая битва строителей, радужные друзья. Всем пока.